Радостно, звонко и красочно прошел главный детский праздник на Театральной площади – Международный день защиты детей. Праздник организовал Комитет по молодежной политике и спорту. Концертная программа, танцы с аниматорами, различные игры. Дети с удовольствием активничали, пели, танцевали и фотографировались с любимым персонажем Чебурашкой. Со сцены к детям обратилась уполномоченный по правам ребенка Аэлита Джиоева. Омбудсмен поздравила их и подчеркнула, что праздник призван напомнить взрослым, что дети особенно нуждаются в поддержке. Для нас, для взрослых, это самое главное, когда наши дети здоровы, успешны и вот такие веселые. И каждый взрослый должен понимать свою ответственность и обязанность, что ребенок имеет право на счастье. И мы, взрослые, будем делать все, что от нас зависит, чтобы эти дети выросли бы в мирной, счастливой обстановке. Поздравляю вас еще раз! Маленькие виновники торжества на протяжении всего празднества не могли упустить возможности в жаркий первый летний день не искупаться в фонтане. Не обошлось и без традиционного рисунка на асфальте. Дети изображали любимых сказочных персонажей. Международный день детей! Сегодня дружно отмечаем и всех счастливых пап и мам! Праздник поздравляем! Ирон Автан, Барумзан, Ирон Гатима Узак. Пусть всегда для всех людей самым главным станут дети. Назардам Атынгтым Фасири, Чебурашка, Леди Баг. Немало работы было и у аквагримера. К ней выстроилась огромная очередь из желающих раскрасить свои лица. Цветочки, бабочки, зверюшки. Предпочтения у детей были самые разные. Но итог был один. Все они остались довольны. Я всем детям желаю, чтобы они радовали своих родителей, были здоровыми и веселые и радостные. Сегодня все веселятся, все рады. Всех поздравляю с Днем защиты детей и еще поздравляю с первым днем летних каникул. Днем защиты детей! На низят на вас тут! Тем концерту мама задама пошёды. День защиты детей еще раз напоминает всему миру, что будущее зависит от подрастающего поколения. Анжела Кукоева, Рауль Кочев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.